Добрый день, уважаемые коллеги! Вашему вниманию предоставляется разбор в рамках пропедевтики «Мочевой синдром в практике педиатра». Эритроциты в моче, клиническое значение гематурии. Ну вот на самом деле этот симптом очень грозный и всегда повод не просто там, пересмотреть мочу, да, наблюдать за этим ребенком. Потому что, конечно, это всегда прежде всего ассоциируется с огромным количеством заболеваний, в том числе не только почечного генеза. Итак, что такое гематурия? Смотрите, какие строгие показания. Да? Вот если мы говорим про лейкоциты, там сегодня уже отнесено там более 10 в поле зрения. Здесь более 3 эритроцитов в поле зрения. Вот здесь как раз можно прибегнуть к количественным аспектам мочи, особенно когда у нас идет там 3, 4, 2, 3 эритроциты, непонятно. Но условия сбора количественного анализа мочи, это обязательно ребенок должен быть подмыт. То есть обязательно соблюдены все гигиенические мероприятия. И вот тогда по пробе Нечипаренко более 500 эритроцитов в 1 мл у мальчиков и более 1000 эритроцитов в 1 мл мочи у девочек. Если мы говорим о пробе Адиса Каковского, это 1 миллион эритроцитов в суточной порции мочи, в 24-часовой порции. Посмотрите, какой спектр причин гематурии. И он еще не весь. То есть просто не хватит всех презентаций, слайдов, чтобы действительно обрисовать всю историю. Тут много чего еще не указано, и в том числе тот же самый вульвит, вульвовагинит, гинекологические изменения. Да? Поэтому, конечно, разбираться с гематурией всегда очень сложно. Это всегда очень такой достаточно трудоемкий процесс с применением большого арсенала исследований. С чего начинать? Давайте прежде всего оценим гематурию по степени выраженности. И в совокупности, может быть, с какими-то даже и другими симптомами, это будет следующий этап. Итак, по степени выраженности гематурии делят на макрогематурии. Ну, это четко, и родители предъявляют жалобу, и вы видите, врач видит изменение цвета красновато-бурую окраску, цвет мясных помоев. Разбираемся, да, какой спектр будет для них характерен. Микрогематурия. Цвет мочи не изменен, однако при исследовании под микроскопом степень может совершенно быть различной. То есть вот она светлая моча, и вдруг пишут, что эритроцитов 100, 200, 300 в поле зрения. Это выраженная микрогематурия. Да? Не совсем, конечно, вот так логично, но вот действительно микрогематурия, но выраженная. Умеренное 30-50, незначительное это где-то до 10-15 в поле зрения. Следующий важный момент, когда мы уже включаем наши клинические маркеры, клинические знаки, это определить уровень поражения при гематурии. И опять здесь уже, соответственно, строятся различные варианты заболеваний. Так же, как в соответствии с протеинурией, мы делим, есть почечные причины гематурии, вот они представлены здесь как раз второй и третий столбец, да, и они делятся на гломерулярные и канальцевые причины. Внепочечные, то есть, ну, еще его называют надпочечные, чаще всего это нарушение системы коагуляции тромбообразования. Заболевания, та же самая гемофилия, тромбоцитопения, тромбоцитопатия. И пост, да, то есть, так называемые, лучше говорить, урологические варианты. Мочекаменная болезнь, опухоли, инфекция мочевой системы, травмы, катетеризация, да, это тоже может сопровождать именно гематурию. Ну и еще раз возвращаюсь, с чего начала, да, вот эти почечные причины, их огромное количество. И представляете, сколько нужно действительно, прежде всего, знать педиатру, да, потому что именно педиатр прежде всего определяет, а куда направить пациента? К гематологу, к нефрологу, к урологу, может быть, вообще к кардиологу, потому что это может быть связано совершенно, ну, к ревматологу с другим заболеванием. С чего начинать? Да? Ну, определив, что это действительно не макрогематурия, а это микрогематурия, хороший метод, который нам помогает очень часто иногда и определяет уровень поражения, это посмотреть форму эритроцита. То есть, в общем-то, провести
уже непосредственно микроскопическое исследование формы эритроцита. Наличие дисморфных эритроцитов или их теней говорит о том, что все-таки, ну, по-другому, старые, так их называли раньше, не совсем, конечно, красивая аббревиатура, да, выщелочные, указывает их на почечное происхождение, клубочковое. А вот нормальные эритроциты, неизмененные, это, как правило, они, значит, не прошли все барьеры и мембраны, да, и в основном это как раз нижние пути, это мочеводящие пути, это мочевой пузырь, это может быть уретра, это может быть там наружные половые органы, да, и вот с этого этапа уже мы понимаем, мы разделили гломерулярную и клубочковую и почечную и внепочечную. Более надежный способ – это фазово-контрастная микроскопия. Вот как раз здесь продемонстрированы гломерулярные неизмененные эритроциты, но, к сожалению, конечно, в рутинных методах, в рутинных клиниках они не используются. И сложности, прежде всего, это соотношение, прежде всего, цены, да, и стоимости этого исследования, наличие оборудования в клиниках. Поэтому, ну, знать об этом мы все равно должны, да, и иногда этим, конечно, исследованием пользуются. Как я уже говорила, очень важно сочетать, совместить мочевой синдром с клиникой. И вот в отношении гематурии это действительно работает очень четко. И клинические варианты гематурии опять классифицируют и делят четыре основных варианта. Собственно, заболевания, которые сопровождаются макрогематурией, заболевания, которые сопровождаются бессимптомной микрогематурией, заболевания, которые проявляются микрогематурией с наличием клиники дизурии, геморрагического синдрома. Да, нам уже понятно, дизурия и микрогематурия. Давайте искать низы. Это может быть камни, это может быть опухоль, это может быть инфекция мочевой системы. Микрогематурия с наличием геморрагического синдрома. Давайте смотреть коагулограмму, и, скорее всего, здесь все окажется в рамках, прежде всего, нарушения коагуляционного звена. Наличие лихорадки, боли, ищем пилонефрит, инфекция мочевой системы, разбираемся, возможно, это причина камня, да, возможно, это опухоли. Ну и, наконец, один из наиболее грозных и вариантов, которые определяют, в общем-то, серьезные, в том числе и, возможно, генетические исследования, это микрогематурия с протеинурией более 0,5 грамм литра. Давайте по порядку начнем с макрогематурии. Наиболее распространенные формы макрогематурии – это прежде всего, с чего начинаем, да, дифференциальный диагноз, ищем или подтверждаем, или не подтверждаем инфекцию мочеводящих путей, нефритический синдром, помните, острый, постстрептококковый гломерулонефрит, да, мы сегодня уже в рамках протеинурии говорили о нефритическом синдроме, а здесь нефритический синдром, травмы, мочекаменная болезнь и вот, наверное, вот это время ковидное, постковидное действительно нам дало всплеск. Мы, казалось бы, уже забыли о таком, как лекарственно-индуцированном интерстициальном нефрите, и снова мы стали о нем говорить, благодаря, конечно, прежде всего, вот этой эре, или прежде всего, бесконтрольного применения препаратов, в том числе и нестероидных, противовоспалительных, жаропонижающих. Поэтому не забываем, и теперь вот видите, более распространенные причины, как причины макрогематурии, я поставила и острый тубный интерстициальный нефрит. Менее распространенные – это все-таки патология свертывания крови, злокачественного образования. У взрослых они бы как раз стояли более распространенных, у детей это менее распространенные заболевания. Нефритический синдром – классический вариант гломерулонефрита постстрептококкового, который сопровождается макрогематурией, артериальной гипертензией, нарушением почечной функции, прежде всего азотовыделительной функции почек и распространенными отеками. Итак, это иммунокомплексный механизм поражения клубочков с задействованием С3 фракции комплемента. Классика острого постстрептококкового гломерулонефрита – это через 2 недели, ну вот 1-3 недели после стрептококковой инфекции. В большинстве своем болеют дети младшего школьного возраста. А клинически это вот тот нефритический синдром, еще раз к нему вернусь, да, который и чаще всего и наблюдаются при постстрептококковом гломерулонефрите. Еще раз напомню, макрогематурия, артериальная гипертензия, азотемия, то есть мочевинный креатинин, как правило, повышаются, диурез снижается и отеки.
Лечение диуретики гипотензивной, но и с учетом того, что это ассоциация со стрептококком, конечно, это антибактериальная терапия, то есть этиотропная против, прежде всего, бета-гемолитического стрептококка. Вот эту историю я хочу как раз и продемонстрировать в рамках следующей причины, которая стала наиболее, одной из наиболее частых причин гематурии. Ну вот, решила, что нужно такое показать. Это действительно может встретиться прежде всего в практике педиатра и напомнить о значимости, прежде всего, и оценки лекарственного анамнеза. Итак, девочка 2 года, которая заболела с повышением температуры, с катаральных явлений, температура 38,2, но вот родители боятся, хотя никаких факторов особого риска не было, и применяли парацетамол, нурофен. Вот я здесь прям по датам распределила, да, с 11 апреля усиление кашля, температура вновь вроде бы как стала лучше, а снова пошла на 38,4, был назначен антибиотик. Через 4 дня температура 39, кашель, вялость, даже на фоне применения аугментина. Ну и вот мама, которая очень боится температуру, вот в кавычках пишу, начинает сбивать температуру. И, к сожалению, это было уточнено не в самом начале, когда ребенок уже поступил в стационар. 8 доз нурофена в чередовании с парацетамола меньше, чем за сутки ребенок получил. И буквально на следующее утро, логичное завершение ситуации, да, бурый цвет мочи. Эритроциты сплошь при исследовании. Ребенок поступает в стационар. Интоксикация в большей степени проявлением респираторной инфекции. Нет отеков, мочится свободно. И вот обратите внимание, вот эти эпизоды макрогематурии уже больше не отмечались. Со вторых суток практически в анализе мочи нормализация. Эритроциты там от 50 дошли до нормы 2,5. Но ребенок все равно стоит в плане обследования, и мы настороже к этим всем ситуациям относимся. Поэтому, конечно, был запущен процесс диагностический, и, собственно, были исключены и гломерулонефриты, и ситуации, связанные с иммунокомплексными гломерулопатиями, то есть С3 фракции комплимента нормальная, С4 фракции комплимента. Поэтому, учитывая и исключив все причины эритроцитурии, в совокупности, прежде всего, с лекарственным анамнезом, да, действительно, это острое повреждение почек. А я хочу напомнить о том, что мы, в общем-то, несколько забыли. Анальгетическая нефропатия в свое время, это действительно был такой бич, и прежде всего это как раз начало 21 века, бесконтрольное использование жаропонижающих препаратов. Напомню, что это поражение почек тубоинтерстициального характера, и прежде всего оно было связано с длительным приемом нестероидных противовоспалительных средств. Вообще началась эта история с так называемой фенацетиновой нефропатии, фенацетин. Но именно фенацетин, анальгетик и антипиретик из группы анилидов, он широко ранее использовался, особенно на Западе, в России в меньшей степени он был изъят из обращения. Но давайте посмотрим биохимию. И вот как раз парацетамол, он является анальгетиком и антипиретиком из группы анилидов. И при своем метаболизме все-таки остатки фенацетина в печени как раз оказываются при метаболизме парацетамола. И парацетамол является основным метаболитом фенацетина с химическими близкими ему свойствами. Поэтому аккуратно всегда используем эту группу препаратов. Он, да, действительно обладает и сегодня прописан у нас в основном перечне жаропонижающих препаратов, но вот такое бесконтрольное использование, да, нурофен, парацетамол, конечно, может привести к достаточно плачевным последствиям. А возвращаясь к тому, о чем мы раньше редко говорили, сейчас снова вспоминаем, тубоинтерстициальный нефрит – это специфическое воспаление интерстиция, как правило, абактериального, но может встречаться бактериального происхождения, где прежде всего вовлекается в процесс канализа. И в первую очередь мы говорим о тубоинтерстициальном нефрите токсикоаллергического генеза. И понятие это впервые стало применимо именно с той эры, когда действительно стали регистрироваться пациенты с клиникой тубоинтерстициального нефрита,
Связано это было, вот это 80-е годы, сульфаниламиды. На сегодняшний момент в первую очередь ассоциация индуцирована лекарственными препаратами тубонутрициального нефрита связана с парацетамолом, анальгином, с антибиотиками группы ампициллина, аминогликозидов, цефалоспоринов и бисектола, антикоагулянты, препараты, содержащие лития, препараты, содержащие соли золота. Ну вот, если мы говорим про педиатрическую практику, то это, конечно, первые две группы препаратов. Клиника острого тина, ну вот как раз девочка ярко продемонстрирована, но это может быть и выраженная дизурия в виде полиурии, это может быть артериальная гипотония. Помимо гематурии в анализе мочи может быть белок до грамма, может быть лейкоцитурия, но если мы проведем дифференцировку лейкоцитов, как правило, это лимфоцитарного генеза. Если это старшие дети и проводилась проба Зимницкого, то мы зарегистрируем гипо изостенурию. В биохимии крови возможно повышение уровня креатинина первые дни заболевания, потом, в принципе, при благоприятном течении заболевания все нормализуется. Важный акцент, касающийся терапии тубонутрициального нефрита, это выявить причину. А выявить причину и убрать, соответственно, эту причину. То есть убрать воздействие повреждающего фактора. Идем дальше. Бессимптомная микрогематурия. Камень преткновения прежде всего перед нефрологами. Вот уж действительно ситуация, с которой приходится заниматься достаточно серьезно нефрологами. И обратите внимание опять, какой огромный перечень патологии. И опять мы с вами идем дифференцированно, подходим дифференцированно к этому вопросу, определяя место поражения. Это может быть гломерулярный вариант, это может быть негломерулярный, да, и вот здесь как раз очень часто мы видим с вами, да, в диагнозах так называемая дисметаболическая нефропатия как причина бессимптомной микрогематурии. Но, наверное, в большей степени нужно помнить еще и о пороках развития, тоже как возможных причинах бессимптомной микрогематурии. Ну и экстраренальные, начиная от воспалительных заболеваний органов гинекологических и заканчивая серьезными, да, там та же самая опухоль лоханки, мочеточника, мочевого пузыря, тоже может явиться причинами бессимптомной микрогематурии. Вот я сразу хочу определиться по поводу дисметаболической нефропатии. К сожалению, этот диагноз наиболее, наверное, часто виден в практике, в амбулаторных картах, и вот только-только там замелькали эритроциты в анализах мочи, сразу вот вижу, да, ставится дисметаболическая нефропатия. Нет, это все-таки диагноз исключения, да. Это может быть явиться причиной оксалурии, уратурии, но в большей степени, прежде чем говорить об этих состояниях, нам нужно пройти достаточно серьезный путь обследования, исключая другие причины микрогематурии. В частности, болезнь Берже, иммуноглобулинария, нефропатия, для которой характерно, ну да, при прогрессировании заболевания макрогематурии, но персистирующая микрогематурия, с чего чаще всего начинается там, в возрасте 3-4 лет, это 50% пациентов. Характерно для них также и появление белка в моче, при этом нормальный уровень фракции комплимента, да, вот один из маркеров, с чего мы начинаем обследование иммунокомплексных заболеваний, патологии почек. Ну и напомню, что это действительно болезнь связана с повышением сывороточного иммуноглобулина, хотя только у трети пациентов это может быть повышено. Все точки над «и» расставит биопсия. Вот. И вот посмотрите, статистика, до 25% всех биопсий, ну, у детей пореже, чем у взрослых, выявляют действительно иммуноглобулин А-нефропатию. И следующую причину микрогематурии я хочу тоже продемонстрировать на клиническом примере. Мальчик. Мальчик, у которого впервые в возрасте 2 лет была выявлена микрогематурия. Она была выявлена, ну, не то что случайно, да, мы уже с вами говорили о том, что детям планово проводят анализы мочи, в том числе при оформлении в детское дошкольное учреждение. И вот такая ситуация здесь и случилась. То есть при оформлении детское дошкольное учреждение в возрасте 2 лет впервые была обнаружена микрогематурия. Последующие анализы мочи продемонстрировали, что гематурия не уходит от 35 до 60, что явилось поводом для направления ребенка в стационар. Со стороны
Анамнеза жизни. Ребенок от четвертой беременности на фоне артериальной гипертензии, он родился доношенным. В принципе, здесь вроде бы все ничего плохого, за исключением одного фактора. Он состоит на учете невролога. С 1 года 3 месяцев он наблюдается по поводу задержки психоречевого развития. Ребенок не говорит. Еще один момент, который выявился уже нефрологами, когда он находился в отделении нефрологическом. Выясняется, что, оказывается, отец какой-то имеет нефрологический диагноз, там сложно было уточнить у родителей. И когда уже созвонились с нефрологами взрослыми, выяснилось, что да, действительно, ему был выставлен хронический гломерулонефрит, причем сразу хроническая болезнь почек, там достаточно серьезной степени, третья, четвертая, и было рекомендовано проведение биопсии, но папа так не явился, биопсия не проводилась. Клинически дефицит массы, рост ниже среднего, то есть мы видим, в общем-то, отставание в физическом развитии, это очень важный синдром для, прежде всего, почечно-обусловленных заболеваний. Мы видим очень высокий уровень стигмальности, диспластичность ребенка. Напомню, отставание в психоречевом развитии, но еще аускультативность, исторический шум на верхушке. Данное обследование, клинический анализ крови без особенностей. Обратите внимание, динамика анализов мочи. Не просто микрогематурия, с которой поступил ребенок, но и мы видим прогрессирование протеинурии в общих анализах мочи. Да? То есть уже до патологических цифр 0,43 при низких удельных весах. Биохимия крови без особенностей, исключаются иммунные заболевания, ассоциированные с гематурией, системные постстрептококковый гломерулонефрит. Да? Обращаем внимание на удельные веса по пробе Зимницкого, то есть тенденция такая, как к гипоизостенурии. Не выявили пороков развития со стороны мочевой системы, то есть вот так идем мы по шагам, да, исключаем, в сторону убираем там основные, наиболее часто встречаемые состояния в рамках гематурии. Ну и вот напомню, да, ребенок наблюдается неврологом с психоречевым развитием. Ребенок не говорит. Почему он не говорит? Да потому что он не слышит. И ребенок консультируется с урдологом. Впервые в возрасте 2 года 8 месяцев ему выставляется диагноз сенсорный, это уголок второй, третьей степени. Я думаю, что так же, как и вам, так же, как и нам, вам стал диагноз ясен. Это классический синдром Альпорта. Ребенок был консультирован генетиком, да, но вот на тот момент генетических исследований не проводили. Это уже достаточно давняя история. Было рекомендовано проведение нефробиопсии, хотя, в принципе, я думаю, что здесь клинико-лабораторный симптом понятен, ясен, да, в соответствии еще и вспоминаем папу, который фактически должен был, уже одной ногой стоял на диализ, то есть развитие хронической болезни почек, терминальной стадии вот в таком молодом возрасте. Итак, синдром Альпорта, относящийся к первичным дефектам базальной мембраны, триада симптомов, семейный нефрит, глухота, изменение со стороны глаз, связано с мутациями в генах, определяющих структуру и кодирующих структуру коллагена. Ну и это, конечно, прогрессирующее заболевание, которое чаще всего начинает с персистирующей гематурии. Вот если провести такую динамику заболевания, сначала это гематурия, потом присоединяется протеинурия, далее идет нарушение функции почек, со снижением скорости клубочковой фильтрации, приводящей к терминальной почечной недостаточности. Сенсорнеуральная тугоухость с рождения, ну, в общем-то, не присутствует, и, как правило, конечно, в большей степени это у мальчиков, а тугоухость прогрессирует параллельно с почечными функциями, ну, тут связано как раз с коллагеном, да, один вариант, один гетеродимер коллагена, который определяет и спираль, и почечную мембрану. Лечение. Ну вот, если говорить о лечении, то основная цель – это стабилизация протеинурии, замедление с целью замедления, то есть прежде всего замедление прогрессирования хронической болезни почек. Коротко о обследовании бессимптомной гематурии. Собственно, я на примерах показала аналогию, да, и как идти. Еще раз давайте поговорим.
Ну, очень важно каждый момент. С какого возраста начались проявления гематурии? Да? То есть, опять же, по дифференцированным, это может быть ранний возраст, значит, это какой-то врожденный вариант патологии. Очень важно изучение семейного анамнеза. Очень важно выявление других знаков и симптомов, таких как там тугоухость, дефект зрения. Наличие желчной и почечно-каменной болезни, подагры. Вот, да, как раз значки для варианта возможной обменной нефропатии, наличие гематологических заболеваний. Очень важно с самого начала определиться с акушерским анамнезом, неблагоприятными моментами, которые могут способствовать развитию и являться фактором риском для почечной патологии. Когда выявлена гематурия? Случайно, после интеркурентного заболевания, да, через 2 недели после выздоровления от интеркурентного заболевания, помним, да, может быть как раз связь с постстрептококковым гломерулонефритом. После травмы, после вакцинации, есть ли такие особенности конституции в виде нервно-артритического диатеза? Да, мы все-таки говорим про такие состояния, да, это не диагноз, но вот предрасположенность. Наличие других клинических симптомов, наличие лекарственного анамнеза, оценка собственно мочевого синдрома. Не просто мы вот выдернули вот этот симптом гематурии, а мы именно сопоставили его, сопряжено ли это с протеинурией, с лейкоцитами, да? Очень важно изучение гемостаза, и вот только после всех вот этих действий, да, у нас как-то будет ниточка уже распутываться и понимать, какой же все-таки здесь вариант течения патологии. Лейкоцитурия. Ну, в большей степени лейкоцитурии мы говорим в рамках инфекции мочевой системы и подробно на дифференциальный диагноз именно непосредственно по этой патологии. Но напомню, что лейкоцитурия не только характерна инфекции мочевой системы, да, это могут быть и другие заболевания. Поэтому с лейкоцитурией, как с лабораторным феноменом, мы также должны разбираться. Более 10, по данным Европейской урологической ассоциации, считается лейкоцитурией в общем анализе мочи, но вот у нас более строгие такие, более 5-7 в поле зрения. Достаточно частая причина соматической патологии может быть изолированная, может быть сочетаться с эритроцитами, может сочетаться и с протеинурией. Вот в отличие от протеинурии, в отличие от эритроцитурии, вот эти градации массивная или умеренная, или там минимальная, они незначимы, потому что как 5-10 лейкоцитов, там 5-10-15 могут манифестировать при пиелонефрите, так 100, 200 там, или по счету не состоит, это может быть проявление вульвовагинита. Поэтому о тяжести, вот этой параллели тяжести, что чем больше лейкоцитов, тем грознее заболевание, мы здесь речи не ведем. Итак, лейкоцитурия, характеризующая инфекцию мочевых путей, инфекцию мочевой системы, она, как правило, нейтрофильная. Ее по-другому называют истинная, воспалительная, бактериально-воспалительная, которая определяет все градации. Опять же, здесь нам сложно провести дифференциальный диагноз без только по одной моче, только по одному анализу мочи между собственными нозологиями пиелонефритом, уретритом или циститом. Но и не забываем, что лейкоцитурия может быть и абактериального характера. И если мы проведем дифференцировку лейкоцитов, мы увидим в большинстве своем, там порядка более 50%, клетки лимфоцитарного или зенофильного характера. И вот здесь нужно думать о лекарственных нефритах, об тубулоинтерстициальном нефрите, о глистных инвазиях, аллергических состояниях, обменных нефропатий. Алгоритм действия врача при латентной лейкоцитурии. Очень важный момент, о котором не устанем мы говорить и повторять, это все-таки гигиена. И анализ мочи должен проводиться только в законах соблюдения гигиенических мероприятий. Подмыть ребенка, правильно собрать, взять правильную банку, да. То есть вот эти все моменты, они действительно нам облегчают дальнейший диагностический процесс. Следующий момент – это осмотр ребенка.
И по одному анализу мочи, собственно, без осмотра, без сбора анамнеза нам нечего делать. Потому что даже просто-напросто снять трусики или подгузник и посмотреть наружные половые органы и увидеть, что там творится, уже определить дальнейшую тактику. И, возможно, это действительно будет проявление гинекологических заболеваний, и тогда весь наш процесс пойдет в сторону оценки локального статуса исключения или подтверждения этой патологии. При этом действительно оценка общего состояния нам поможет определиться наличие серьезных значков, симптомов в рамках рональной инфекции. Это симптом интоксикации, это дизурия, это нутритивное состояние ребенка. Ребенок плохо растет и плохо прибавляет в массе. Да? И вот тогда в нашем плане исследование анализа крови, обязательно ультразвуковое исследование почек, обязательно бак-посев, четкое, очень трудоемкое выяснение анамнеза. И вот тогда действительно стоит вопрос о том, что у ребенка возможен пиелонефрит. Общий анализ мочи. Неоднократно мы об этом упоминаем, еще раз говорим. Наличие бактерий в общем анализе мочи, мы помним, там почти самая последняя строчка пишет бактерии. Некоторые пишут плюсики, некоторые пишут там свои знаки незначительно, значительно. Не является критерием бактериурии. Но если есть этот значок, то, конечно, при наличии тех же самых лейкоцитов в анализе мочи, да, то есть вот один сам по себе он ничего не значит, при наличии совокупности с лейкоцитурией является поводом для проведения посева мочи на флору. И тогда мы уже оцениваем именно посев мочи на флору. В анализе мочи очень часто упоминаются эпителиальные клетки. Это может быть переходные петели, это может быть клетки мочеводящих путей. Чаще всего это действительно усиленная дисквамация встречается при воспалительных процессах. И вот когда мы у маленьких детей при отсутствии интоксикации видим скопление эпителиальных клеток, это повод обратиться к гинекологу. Это действительно наиболее частая причина. Неорганизованный осадок мочи представлен в основном солями, которые выпадают в виде кристаллов, аморфных масс. Это может быть кристаллы мочевой кислоты, ураты, это могут быть фосфаты. Чаще всего это бывают оксалаты. Оксалаты образуются при pH 5,5-6, вот такая слабокислая, ближе к нейтральной. Фосфат – это щелочная реакция, чаще всего это как раз инфекция мочевой системы. Ураты при pH ниже 5,5. В данном случае один анализ ничего не будет говорить. Нужно, конечно, в системе, в динамике обязательно сопоставлять образом питания ребенка, да, что преимущественно кушает ребенок, потому что во многом здесь и этот момент зависит. Ну и, конечно, опять-таки генетический анамнез, наследственный анамнез, то есть склонность к мочекамнеобразованию, это тоже важный момент, потому что это прежде всего говорит о риске развития обменной нефропатии. Коротко о мочевом синдроме была представлена информация. Благодарю за внимание и надеюсь, эта информация поможет в вашей практической деятельности. Ассоциация Сирано рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в новом формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку полезной информации. Приложение уже доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом Cyrano образование станет ближе и удобнее.